Здравствуйте, зрители! Добро пожаловать в Центр новостей. Британия призывает российского посла на протяжении многих лет в Cold River к кибершпионажу против ведущих политиков. Хакерская группа под названием Cold River, работающая от имени Федеральной службы безопасности России, преследовала британских политиков, журналистов и неправительственные организации на протяжении нескольких лет. Посольство России заявило, что у Москвы нет оснований доверять британским инсинуациям о кибератаках и часто бросает обвинения в кибершпионаже в клевету Запада. Британия. Британское правительство вызвало российского посла и наказало двух человек за то, что, по его словам, было продолжительной...